Добрый вечер, мои любимые, добрый, прекрасный пятничный вечер. Смотрите, как уже темно. На улице все еще снег. А я готовлю. Вот сделала, почти приготовила уже грибочки с луком и со сметаной. В своей старой сковородке. Грибы опята. Это подруга собирала в Великом Новгороде. Она любит за грибами ходить. Вот мы заморозили свежие грибочки. И сейчас готовлю. Такой запах обалденный. Вот они с луком и со сметаной. Уже почти готово. Еще варю картошечку. Я прям целиком почистила. Люблю так целое, потому что когда кусочками порежешь ее, она получается водянистая. А так получается очень вкусная. Вот такой у меня сегодня будет ужин. Мои родные. Ну вы все просите делиться, показывать, что я кушаю. Вот делюсь, показываю. Тоже сегодня рассказывала про бабушку, про свою вам. Вспомнила, как она все время гладила меня по голове рукой. И я помню, у нее такие шершавые-шершавые были ручки. И у меня иногда цеплялись так за усеницы или что у нее, не знаю. Цеплялись так волосики, и мне было так больно. И в то же время мне было очень-очень приятно, когда она меня гладит по голове. Так что, мои любимые, гладьте своих деток по голове. Целуйте их, говорите им, что вы их любите. Всем волшебного вечера. Такой у меня ужин сегодня. Поделилась с вами. Картошечка почти готова. И грибочки, естественно, тоже почти готовы.